То, что этот процесс неизбежен, сегодня на сессии законодательного собрания края заявил Вениамин Кондратьев. По мнению губернатора, чиновников сейчас больше, чем нужно. Оптимизация в органах управления, власти, она коснется, я уверен, всех уровней. Здесь такой же принцип: количество чиновников не значит их качество. Оптимизировать структуру управления, структуру администрации края и, конечно, сокращение. Процесс этот непростой, но, поверьте, он необходим. Такая армия, мне кажется, друг за другом смотрит, и в конечном счете у семьи нянек, как в поговорке, дитя без класса остается. Депутаты сегодня обсуждали и формирование бюджета на будущий год. Во время своего выступления Вениамин Кондратьев дал понять, что сокращать расходы на выполнение социальных программ в крае не будут. Одни из приоритетных направлений – здравоохранение и образование.